Сьогодні Всесвітній день боротьби з діабетом. Тож, які фактори спричиняють діабет та як зберегти та як звести загрозу захворювання до мінімуму? А також, якщо людина вже має діагноз діабет, як допомогти їй жити звичайним життям? Це тема дня. Я Катерина Лисюк. І сьогодні гості нашої студії Ольга Тузова, кандидатка медичних наук, ендокринолог. Вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. А я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-33. Тож, якщо у вас виникнуть запитання до нашої експертки, будь ласка, телефонуйте. Отже, пане Ольгу, що це за захворювання і яку симптоматику має діабет? На самом деле сахарный диабет – это не одно заболевание, это целая группа заболеваний, которые объединены одним симптомом – это признаком повышения уровня глюкозы крови. Проявляется клинически это заболевание жаждой и сухостью во рту, учащенными мочеиспусканиями, выраженной слабостью, утомляемостью, ну и в более позднем, если не обращать внимания на ранние симптомы, в более позднем периоде могут развиваться осложнения диабета и симптомы, связанные с развитием осложнений, боли в ногах, ухудшение зрения, ну и другие проявления. Я зрозуміла. Взагалі, наскільки мені відомо, існує два основних типи. Що це за типи, також яка симптоматика, як лікуються вони? Ну, по современной классификации выделяется даже 4 типа сахарных диабета. Ну, классические, основные, которыми болеет большая часть населения, это первый и второй тип диабета. Из всех диабетов 90-95% людей болеют именно сахарным диабетом второго типа. Именно об этом заболевании, в общем-то, говорят как об эпидемии. Именно этому и посвящен сегодняшний день диабета, борьбы с которым посвящен этот день. Які фактори взагалі спричиняють розвиток діабету? І чи існує таке поняття, як група ризику? Конечно, и существует понятие групп риска, и, конечно, есть факторы, которые вы приводили к развитию сахарного диабета. И на самом деле, чем больше факторов риска имеет человек, и тем больше они выражены, тем больше вероятность заболеть диабетом. Классические факторы риска делятся на модифицируемые, те, которые можно изменить, на которые можно повлиять, и немодифицируемые. К модифицируемым факторам риска развития диабета является, допустим, ожирение, избыточный вес, неправильный привычки питания, недостаточная физическая активность, повышенное артериальное давление, нарушение в липидном обмене. А к немодифицируемым относится наследственность, то есть есть семейная предрасположенность. Если в роду кто-то болеет сахарным диабетом, значит, вы генетически предрасположены к этому заболеванию. То все ж таки, це можливо, що передається в родині? Да, разумеется, да. И возраст также относится к факторам риска сахарного диабета, то есть это возрастзависимое заболевание. Чем дольше мы живем на свете, тем больше шансов, что мы можем дожить до своего диабета. Тобто люди похилого віку, більш старше покоління, воно схильне до цієї хвороби. Намного більше, да, розпространеність діабету в групах старшого возраста. Болеє більше процент людей, ніж молодих. Приблизно після 40-45 років ми входимо вже в групу риска по возрасту. Я зрозуміла. А чим небезпечний, якщо, наприклад, не лікувати, чим небезпечне це захворювання? Ну, сахарный диабет на сегодняшний день является серьезным социально значимым заболеванием, которое приводит к риску ранней инвалидизации, к ранней смертности в связи с развитием осложнений. То есть диабет чреват своими последствиями. Пациенты могут ослепнуть, отказывают почки, развивается гангрена, ведущая к ампутации. А самое главное, пациенты с сахарным диабетом входят в группу высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний. Большая часть пациентов умирает именно от сердечно-сосудистых заболеваний. Инсульты, инфаркты, ну и другие. Хроническая сердечная недостаточность. А в чем причина? Діабет, і от чому так сталося, що людина, яка хворіє діабетом, може померти від серцевих захворювань? Потому что сахарный диабет считается группой высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний. Так вот установлено. Почему? Сложно сказать. Очевидно, влияние высокого уровня гликемии. Это касается прежде всего, насколько эффективно лечится пациент. То есть это касается тех пациентов, которые не долечивают свое заболевание, то у них больше риск получить осложнение. І з течением времени, чем длительностью сахарного диабета. І це може статися в будь-якому віці?
Да. Ну, если мы говорим вообще о диабете, то диабет первого типа – это тот тип диабета, который развивается у молодых, то, что принято, именно тем, которые болеют дети. То есть это заболевание связано с тем, что по какой-то причине перестает вырабатываться инсулин в организме, и из-за того, что не хватает совершенно инсулина в организме, мы вынуждены его вводить в виде препарата инъекционного, постоянно в этой форме. Сахарный диабет второго типа, который считается диабетом пожилых, как раньше называли, но он сейчас тоже омолодился, и, к сожалению, и дети, и подростки могут болеть. И даже уже мы говорим не 45-40, а даже 35 лет уже можно входить в группу риска диабета, если есть другие факторы риска. Он связан, скажем так, не совсем корректной работой инсулина или с отсутствием чувствительности организма к инсулину. Ну и со временем тоже развивается относительная недостаточность инсулина. Эти заболевания лечатся, как правило, сахароснижающими препаратами. В перспективе может прийти тоже к необходимости назначения инсулина. Я зрозуміла. За інформацією з сайту Міністерства охорони здоров'я, кількість хворих на діабет в Україні становить майже 1 300 000. Чому така кількість? І взагалі, як з року в рік змінюється ця цифра? І, відповідно, на Миколаївщині як це відбувається? Ну, давайте как бы мы копнем немножечко глубже, то есть посмотрим сначала на ситуацию в мире, потом вернемся к Украине, даже поговорим, может быть, о нашей области. Значит, на сегодняшний день в мире насчитывается около 245 миллионов людей, страдающих сахарным диабетом. И по прогнозам Всемирной организации здравоохранения и Всемирной федерации сахарного диабета, к 2045 году их число ожидается увеличиться до 640 миллионов. Диабет на сегодняшний день распространяется как эпидемия, глобальная эпидемия во всем мире. Что касается на Украине, действительно цифра официально зарегистрированных пациентов с диабетом составляет 1 300 000. Это приблизительно 3% населения. На самом деле показатели распространенности диабета в мире составляют от 4 до 7%. В Европе это 6,8%. То есть по расчетам диабетической федерации международной, на Украине должно быть людей с диабетом 2,8 миллиона человек. То есть практически в два раза. То есть на каждого диагностированного пациента с диабетом у нас еще ходит еще такой же человек, который не знает, что он болеет сахарным диабетом. Это очень как раз-то грустная, тревожащая цифра. На самом деле пациентов у нас намного больше. Что касается Николаевской области. На сегодняшний день у нас насчитывается более 33 тысяч людей, которые получают сахароснижающие препараты, и около 4 900 человек у нас на инсулинотерапии, получают инсулинотерапию. То есть первая цифра – это другой тип диабета? Ну, в инсулинотерапии там большая часть пациентов – это тоже второй тип диабета. Ага. Инсулинотерапии нуждаются все 100% пациенты с первым типом и достаточно большой процент пациентов со вторым типом диабета. Як держава лікує цих людей? Як допомагає у лікуванні? Ну, на сегодняшний день пациенты, которые получают сахаропонижающие препараты, для них введена программа «Доступны лики», с которой работают семейные терапевты. Там, где несколько групп сахароснижающих препаратов выписываются бесплатно, по рецептам получают в аптеке. Перечень как бы оговорен, препаратов там частичная, может быть, доплата небольшая, либо совершенно бесплатно. Что касается инсулиновых пациентов, мы в последние годы работаем по системе реимбурсации, то есть введен электронный реестр пациентов с диабетом, и согласно постановлению Кабинета министров Украины 293/2016 года, четко оговаривается, как, в каком варианте, каким инсулином будет обеспечиваться пациент. Тоже яким самым? Яким способом? Безоплатно. Гарантирует государство 100% обеспечение флаконными формами генно-инженерного инсулина. Если уже пациенты получают инсулин в картриджных формах, это шприц-ручки, или аналоги инсулина, там есть определенные группы пациентов, которые получают бесплатно, а которые могут выступить, нуждаются в частичной доплате,
соплательщиками этого инсулина. То есть обычно безоплатно обеспечиваются пациенты, которые имеют слепоту, то есть им для удобства пользования выдаются шприц-ручки, обеспечивается инсулин под шприц-ручки. Беременные, подростки, дети, студенты тоже обеспечивает государство их безоплатно. А для взрослых пациентов, которые не входят в эти группы, получение инсулина возможно безоплатно, если они хорошо компенсированы. А компенсация диабета определяется по уровню гликозилированного гемоглобина. Что такое? Это очень важный анализ, который показывает хроническое повышение уровня глюкозы крови на протяжении 3 предыдущих месяцев. То есть более длительная компенсация диабета. То есть на сегодняшний день для контроля диабета мы используем 3 показателя. Уровень глюкозы натощак, уровень глюкозы через 2 часа после еды и показатель гликозилированного гемоглобина. И на сегодняшний день для каждого пациента устанавливаются индивидуальные целевые уровни, к которым мы стремимся приводить наших пациентов. Я зрозуміла. 10 листопада, якраз напередодні Дня боротьби з діабетом, відбулось відкрите тренування з кросфіту для людей якраз з цим діагнозом. Фізичні вправи поєднувалися з тематичними лекціями. Докладніше про це у сюжеті наших колег зі служби новин Олександра Гордієнко та Юлії Кускової. В спортзалі зібрались люди з різних населених пунктів Миколаївщини. Перед початком тренування відбулись консультації з психологом та лікарем. Якщо організм працює, то наші мишці поїдають глюкозу. А якщо у людини є цукровий діабет, то тоді навантаження дають позитивний результат. Ми знижуємо завдяки цьому цукор крові. Завдяки тому, що є фізичні нагрузки, навантаження, ми можемо стабілізувати організм, стабілізувати цукор крові, стабілізувати тиск і досягнути більшої компенсації покращення показників при цукровому діабеті. Такі ж заходи дуже важливі, оскільки у наш час велика увага привертається здоров'ю людини, її адаптації у соціумі і вмінню будувати стосунки з оточуючими людьми. Відповідно, якщо людина має якесь захворювання, якщо людина може має якусь проблему, то вона потребує підтримки, розуміння, вона потребує привернення уваги до себе. Перед фізичними вправами учасників вимірюють рівень цукру в крові. Така ж процедура після тренування. Учасників розділили на 3 групи – діти, жінки та чоловіки. Всі вони зроблять розминку загальну, потім тренери їх ознайомлять з функціональними рухами. Вони будуть виконувати присідання, скручування, потім перейдуть до гімнастичних вправ, підтягування, віджимання. Закінчиться тренування кардіонавантажуванням. Серед присутніх здебільшого люди з першим типом цукрового діабету. Існує два типи цукрового діабету. Перший тип вважається більш тяжким, лабіальним. Такі люди на інсулінотерапії, тобто на гормональній терапії. Вони вводять ін'єкції інсуліну декілька разів на день. Частіше це люди до 40 років, худенькі, активні. Такі заходи потрібно проводити, тому що це покращує обізнаність людей. А саме, як сьогодні захід по поводу цукрового діабету, це доволі нові враження, доволі позитивні вони. І розуміння цієї хвороби стає набагато кращим, чим було раніше. Для всіх учасників вправи однакові. Різна тільки кількість підходів. Для цього ми максимально лопатки зводимо позвоночник і руками тягнемося кольця. Кольця тягнемо ближе до одної клітки. Ощущаю себя нормально, так как обычно, так как я хожу на борьбу, то я пока ничего не ощущаю. Почуваю себе нормально, так як постійно. Так як ходжу на боротьбу, то я поки нічого не відчуваю. Ніяких не больових, не класних відчуттів. Мені нормально. Навчились ми нове – це тільки присідання і планка з камінь, ножиць і папір. А так все як раніше. Мені не тяжко і не легко. Все по-прежньому. Мені не тяжело і не легко. Взагалі мені сьогодні дуже сподобався день, дуже цікава. Була надана важлива інформація, саме як
правильно себе поводити в разі гіпоглікемії, що треба робити. Правило 15 було згадане. І взагалі сьогоднішній день планувався зробити як для натхнення для людей з цукровим діабетом, для того, щоб вони розуміли, що життя продовжується і родину можна заводити. Тому я вважаю, що все вдалося, тепер можна трішки позайматися на сьогодні. Тож, як ми бачимо з сюжету, з тренування, що дійсно люди з діабетом можуть спокійно займатися спортом. Совершенно правильно. И более того, мы с вами обсуждали только вопрос медикаментозного лечения диабета. Но на самом деле это уже как бы второй шаг в лечении сахарного диабета. Первым шагом всегда является так называемая модификация образа жизни, которая предполагает изменение питания и обязательно расширение физической активности. Диабет – это то заболевание, которое прям требует для улучшения самочувствия, для лучшего контроля сахара заниматься активно физическими нагрузками. Ну, а спорт большой – это тоже не противопоказание. Известно достаточно много людей, известных спортсменов, там, политиков, которые болеют сахарным диабетом, которые колят инсулин. И это абсолютно не мешает им реализоваться полноценно в жизни, то есть достигать каких-то больших высот. Я зрозуміла. Як ви сказали, що 1 300 000, які за статистичними даними на сайті Міністерства охорони здоров'я, це половина тієї суми, як насправді, скільки дійсно хворих на діабет. Чи можливо взагалі зупинити от таку навалу хвороби, скажімо так? Ну, я человек оптимистичного настроя, я надеюсь, что это когда-нибудь получится. И, в принципе, вы знаете, что именно вот этот день всемирной борьбы с сахарным диабетом, он был введен всего лишь в 1991 году, именно для того, чтобы привлечь внимание общественности к этому заболеванию и к тому, что такие темпы распространения как бы угрожают, в принципе, здоровью населения. И, как оказалось, ну, как бы мы с вами говорили, что диабет – это немножко разное заболевание. На сегодняшний день профилактики первого диабета, к сожалению, не существует. Мы не сможем как бы пока предотвратить это заболевание. А вот профилактика сахарного диабета второго типа – это вполне реальные возможные вещи. То есть для этого, прежде всего, нужно постараться выявлять группы рисков этого диабета, кто входит в группу риска. В группе риска заниматься активными профилактическими какими-то мероприятиями и плюс обязательно проводить исследования на то, чтобы, если уже диабет развивается, постараться его выявить на максимально ранней стадии. Что касается групп риска, мы немножко с вами начали обсуждать факторы риска. То есть, в принципе, как можно себя, вот, ну, скажем так, отнести, идентифицировать, то есть, входишь ли ты в группу риска или не входишь для сахарного диабета. Прежде всего, мы говорили о тех факторах, которые не модифицируемы. То есть, если есть наследственность, значит, мы уже в группе риска. Если есть возраст после 45, все. А если до 45, то если есть еще и дополнительные факторы. Дополнительными факторами является прежде всего это избыточный вес и ожирение, которое сейчас диагностируется по индексу массы тела. Это соотношение роста и веса. Значит, и обязательно еще имеет значение, какой вариант отложения жира идет. На сегодняшний день как бы самым, ну, нас считается метаболически опасным, это абдоминальный вариант ожирения, когда жир откладывается именно в брюшной полости. И мы это можем определить с простым способом по измерению окружности талии. Критическим для женщины объемом талии является 80 сантиметров, для мужчин 94. Если вы имеете окружность талии больше, значит, вы уже как бы имеете вариант абдоминального ожирения, это уже факт риска, что возможно будет сахарный диабет. Кроме того, сахарный диабет входит в такую группу, которая объединяется в таком понятии метаболический синдром. То есть это несколько заболеваний, которые имеют одну основу, которые часто встречаются вместе. И если у пациентов, у людей есть уже какие-то другие признаки этого метаболического синдрома, значит, можно ожидать у него развития диабета. Артериальная гипертензия. Пациенты с повышенным уровнем холестерина в крови,
знаете, да, о чем речь идет. Пациенты, которые, ну, мы уже сказали, ожирение имеют, пациенты, которые имеют подагру, заболевание мочевое, связанное с повышением уровня мочевой кислоты, пациенты, которые имеют неалкогольную жировую болезнь печени, жировой гепатоз печени, это все компоненты как бы метаболического синдрома. Если есть хоть что-то из этих заболеваний, значит, всегда как бы вы уже являетесь, входите в группу риска заболеть сахарным диабетом. Диагностика диабета проводится на основании довольно простых методов. Это определение уровня глюкозы крови натощак. Единственное, что желательно соблюдать, ну, условия правильной сдачи анализа. То есть если мы говорим о том, что анализ дается натощак, значит, это должен быть минимум 12-часовой период голода. То есть последний прием пищи накануне должен быть не позже 7 часов вечера. Ночью не кушаем, утром не кушаем, только употребление простой воды. И дополнительно можно использовать для диагностики вот этот показатель гликозилированного гемоглобина, о котором я говорила, что раннее нарушение диабета иногда связано с тем, что повышается не тощаковый уровень сахара, а сахар второй в течение дня после еды, который измеряется. И вот если мы будем измерять только уровень глюкозы натощак, мы можем упустить 30% недиагностированного сахарного диабета. Поэтому, когда мы сдаем гликозилированный гемоглобин, он показывает хроническое повышение сахара, он повышен, это уже сигнал к тому, что уже есть нарушение углеводного обмена. Я зрозуміла. А якщо, скажімо так, профілактика, чи існує якась профілактика, щоб не захворіти на діабет? Що потрібно робити, що потрібно їсти, пити і таке інше? Ми себе діагностували в групу риска, ми перевірили на сьогоднішній день свій рівень сахара, знаємо, що ми не болеємо, і ми не хочемо заболіти. Кстати, постійно скринінг на діабет потрібно повторяти кожен рік. Якщо, допустимо, в цьому році все нормально, через рік потрібно повторяти ці всі обслідування. Значит, на сегодняшний день существует как бы много данных исследований проводившихся, которые показали большую эффективность в профилактике развития сахарного диабета именно модификации образа жизни. То есть изменение типа питания и расширение физической активности – это то, что поможет в 58% случаев избежать сахарного диабета. Что подразумевается под как бы изменением образа жизни, да, и под правильным питанием? Прежде всего, необходимо уравновесить энергетический баланс нашей пищи. То есть мы должны потреблять столько энергии, сколько мы ее тратим, и для того, чтобы иметь нормальный здоровый вес, у кого он лишний, значит, похудеть, и удерживать его в постоянной форме. Желательно исключить заведомо жирные продукты и продукты, содержащие так называемые трансжиры, которые модифицированы были. Это модифицированные, типа маргарина, там спредов. Фастфуд, можно бы, да, который в основном на этом все делается. Стараться употреблять больше овощей и фруктов. Стараться употреблять цельнозерновые злаки. Стараться молочное, если брать, то нежирное. Значит, постараться ограничить сладкое, простые углеводы, не больше 50 грамм в день. Это включая, которые идут в продуктах уже готовых, и включая в напитках. Ну, контролировать соль, конечно, тоже надо. Желательно ограничить, ну, скажем так, красное мясо употребление, придавать предпочтение белому мясу и минимум 2 раза в неделю, а с возрастом и чаще употреблять рыбу. Что касается физической активности, на сегодняшний день для здорового человека, для поддержания физической формы рекомендуется сочетание 2 видов нагрузок. Это аэробные нагрузки, такие как ходьба, бег, плавание, лыжи, велосипед. От 150 минут в неделю умеренной интенсивности. Ну и если будет 300 минут в неделю, это еще будет более дополнительное. И в дополнение к этому еще желательно минимум 2 раза в неделю, можно 3, силовые нагрузки. Силовые нагрузки – это может быть занятие на тренажерах, это может быть даже тренировка собственной нагрузки собственным весом. То есть по 8, где-то 8 упражнений на крупные группы мышц, 1-3 подхода с повторением 8-15 как бы количества раз.
Что касается медикаментозной профилактики диабета, на сегодняшний день, в принципе, есть данные по возможности использования препаратов медикаментозных профилактики. Это касается группы метформина. Это тот препарат, которым базовый является для лечения сахарного диабета, препарата первой линии. В принципе, он тоже показал свою эффективность в профилактике диабета, но он назначается пациентам, которые уже имеют ранние нарушения углеводного обмена. То есть диабет развивается не в одном часе. То есть мы с вами говорили, что не за день. Не за день. То есть вот эти факторы риска, которые существуют, они могут десятилетия у нас существовать, и диабет не будет развиваться, пока наша поджелудочная железа будет в состоянии дать нормальное количество, достаточное количество инсулина. С течением времени получается, начинается как бы нарушение диабета, то, что я говорила, не утренний повышается сахар, повышается второй сахар. То есть вот это уже есть раннее нарушение. У некоторых пациентов может быть повышен только утренний сахар при всех остальных показателях нормальных. Вот эти вот, которые, вот эти состояния, раньше называлась нарушенная толерантность к глюкозе, нарушенная регуляция гликемии натощак, сейчас объединены в термин преддиабет. Так вот, у пациентов, у которых установлен диагноз преддиабет, для них оправдано использование медикаментозной метформины. Но это должен назначить врач, самостоятельно, конечно, никто не будет заниматься медикаментозной профилактикой, а вот изменения по образу жизни может сделать каждый и должен сделать, если хочет избежать своего диабета. Що ж, дякую вам, пані Ольго, що завітали до нас, що проконсультували нас, так би мовити. А я з вами, шановні глядачі, прощаюся. Гарного вечора, на все добре.